С началом учебного года почти каждая вторая семья сталкивается с психологическими проблемами у детей. Смена режима, образа жизни, адаптация в новом коллективе – все это стресс для ребенка. Что нужно знать родителям каждого школьника? Как распознать признаки тревоги у детей? Об этом и не только расскажет гость программы «Разговор по душам» – психолог, эксперт по родительско-детским отношениям, системный расстановщик Мария Серебрякова. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» на телеканале «Самара ГИС» во вторник в 18:15. Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого.